Привет, Хочузнайки! В основном на нашем канале вы смотрите выпуски про прекрасный окружающий нас мир. Сегодня мы расскажем немного о другом. О чем? Смотрите прямо сейчас. Может быть, он хотел стать бейсболистом, поэтому просто нашел способ реализовать свое желание в теннисе. Реакция владельцев мотоциклов лучше всего срабатывает, когда речь идет о защите. Этот удар был настолько хорош, что заставил его соперника забыть о гравитации. Что может быть лучше, чем найти пропавшего человека в тот момент, когда делаешь о нем отсчет? Отличное решение не целовать сегодня задний бампер, и они жили долго и счастливо и умерли в один день. Некоторые ходят постричься в парикмахерскую, а он идет в парк развлечений. По крайней мере, на нем шлем. Либо это худший проект моста, либо кто-то серьезно недолюбливает трехколесные мотоциклы. Вы понимаете, что пропустили поворот, когда вам удалось превратить катание на лыжах в боулинг. К счастью, вы не сбили человеческие кегли. Вероятность того, что леопард прыгнет через окно вашей машины, мала, но никогда не равна нулю. Может, это и не великая китайская стена, но если она упадет на вас, вы не почувствуете разницы. Лыжи – идеальный адреналиновый вид спорта. Но если температура ниже нуля, сумасшедшая скорость и большие горки вам наскучат, то вот вам гризли. Если вы собираетесь так быстро проехать поворот, хорошо хотя бы иметь реакцию, как у этого водителя. Акции в Черную пятницу выходят из-под контроля. Если вы поймаете эти две бутылки, то получите одну бесплатно. Миссия провалена успешно? Победа обошлась ему в кругленькую сумму, и он с радостью принял ее в лицо. Думаете, что трехочковое попадание Леброна Джеймса на последней секунде – это круто? Посмотрите на этого парня. Самая крутая подача мусора в истории. Как яблоко упало Исааку Ньютону на голову, так и эти два бетховеновских протеже получили знак, что у них все будет хорошо. Попасть прямо в яблочко непросто, а сделать это двумя топорами одновременно – когда ваш коллега халтурит на работе, вы должны ускорить процесс. Если у вас что-то не получается, всегда можно иметь запасной план. План А – скейтбординг, план Б – гимнастика. Именно так мы оцениваем, влезет бургер нам в рот или нет. Может акула выглядеть еще страшней? Давайте притворимся, что этот хороший мальчик знал, что находится за стеной. Могло быть и хуже. Некоторые страны настолько продвинуты, что парковочные ворота могут менять ваш гардероб. Проблема экстремальных видов спорта – люди, которые ими занимаются, не могут перестать делать вещи еще более экстремальными. Ездить на мотоциклах опасно. Но они быстрые, могут выйти из-под контроля, не имеют защиты и, очевидно, слоны их ненавидят. Как превратить решительного грабителя в неигрового персонажа? Просто игнорировать, и он вернется к настройкам по умолчанию после того, как дверь закроется. Иногда доставка до двери просто невозможна, поэтому на помощь приходит авиапочта. Поймать две рыбы одной удочкой – это впечатляет еще больше, чем попасть в двух зайцев одним выстрелом. Это один из самых ловких трюковых бросков, которые мы видели. Ее предыдущий опыт работы в качестве канатоходца не слишком помог в поисках работы, но она знала, что однажды он ей пригодится. Хвала оператору, он оказался слишком близко к действию, но отпрыгнул в сторону и продолжал снимать. Вот это преданность делу. Этот ребенок такой крутой! Вот почему так важно, чтобы ваша педаль тормоза была такой же мощной, как и ваш акселератор. К
счастью для него, конкретно в этот день Бог перепутал снежные склоны с батутами. Закат, мягкое движение воды и момент дружбы, который будет долго жить их в памяти. Этот отец знал, что добавлять ремонт автомобиля к уходу за ребенком – это очень дорого. Никто не любит, когда что-то падает ему на голову, поэтому помимо уборки этому дому нужен ремонт. Вот почему иметь друга по спортзалу – это хорошая идея. Он может заметить вас или понять, когда оборудование не работает. Хорошо, что он как раз вовремя переключился с бильярдиста на режим «ниндзя». Вы можете поставить свой дом на то, что плитка не упадет прямо в чашку с водой, которую он несет. Именно поэтому делать ставки так тяжело. Когда пытаешься сказать себе, что, возможно, тебе не стоит сегодня вечером пить, но почему-то это все равно происходит. Я сейчас вернусь, просто потренируюсь в движении задним ходом. Иногда жизнь зависит от удачи отскока, и этот вратарь получил джекпот. Такие моменты убеждают, что скейтеры – настоящие везунчики. Для таких больших колес должна быть идеальная дорога. Без его навыков вождения этот автомобиль стал бы плоским. Кому нужна лестница, когда ты всю ночь смотрел «Тарзана»? Он и это дерево отлично поняли друг друга. Кто бы мог подумать, что дорожные конусы могут быть такими романтичными? Не все герои носят плащи, некоторые водят школьные автобусы. Этот уровень ответственности для большинства людей слишком тяжел. Если вы находитесь посреди океана, то вам может быть трудно получить сервис. Он определенно заслуживает холодный напиток после этих барменских трюков. Никто не говорил нам, что все это время вы могли использовать мотоцикл, а не паром. Он демонстрирует навык 15 секунд скольжения без падения. Мы упадем через 5 секунд после того, как выйдем на каток. Ее лифт в отеле был сделан режиссером фильмов ужасов. У нас открылись новые страхи. Хотя он и не участвовал в игре, но приложил к ней голову. Друзья, не стесняйтесь писать в комментариях о том, о чем вы хотели бы еще узнать. Мы читаем все комментарии и обязательно сделаем видео на желанную тему. До завтра!